Сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской республики подписано концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры, межмуниципальной системы переработки и утилизации твердых бытовых отходов для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района. Иными словами, определен инвестор, готовый достроить полигон и мусоросортировочные станции. В зале заседаний царило радостное оживление. Члены правительства Чувашии не скрывали эмоций. Шестилетний период переговоров и подготовки наконец завершен. Можно приступать к делу и говорить о конкретных сроках. Когда мы получим объект? Первым полугодием. Первым полугодием. Ну, мне самое главное, это дата, что в первом полугодии следующего 2015 года возможно принятие мусора на новый полигон, и мы вот за это с вами все вместе будем держать кулаки. В рамках концессии предполагается создание системы, состоящей из второй карты складирования полигона твердых бытовых отходов мощностью 100 тысяч тонн в год, мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 150 тысяч тонн в год, мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в Чебоксарах мощностью не менее 150 тысяч тонн в год. Инвестор готов привлечь в проект не менее 750 миллионов рублей. Мы специализируемся на том, что мы привлекаем длинные деньги. Это деньги институциональных инвесторов, деньги страховых компаний, пенсионных фондов, которые по законодательству весьма ограничены в своем применении. И исключение делается для концессионных соглашений, потому что стороной в концессионном соглашении является государство. И государство, проводя глубокую экспертизу любого проекта, берет определенные обязательства на себя. В данном случае эти обязательства по установлению тарифа. Поэтому у нас отдельным приложением в концессионном соглашении прописана формула, долгосрочная формула тарифа, которая позволяет в течение 10 лет вернуть все инвестиции, ну, с определенным процентом. Этот процент чуть выше инфляции. Соответственно, многие банки себе такой длины денег позволить не могут. Но институциональные инвесторы могут себе позволить, поэтому мы вот сегодня структурируем, занимаемся тем, что подготавливаем проекты и привлекаем деньги вот таких длинных институциональных инвесторов. Со своей стороны правительство Чувашии обязуется оказывать необходимые содействия. В основном это касается всевозможных разрешительных процедур, вопросов согласования, землеотведения. Необходим жесткий контроль за соблюдением сроков, чтобы проект не рос в цене. Чтобы не было лишних средств, которые повлияют на рост тарифов, мы будем, конечно, тоже контролировать работу, принимать решения. В ходе регулирования все это будет видно. Опыт у концессионера-инвестора есть. Аналогичные соглашения заключены с правительствами Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Архангельской, Мурманской областей. Но, как отмечает Юрий Сизов, в Чувашии есть серьезный задел на будущее. У нас уже решены вопросы с земельными участками и даже построена первая карта полигона. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.